И снова всем здорово, друзья мои. Так, лодочку, короче, я тут подцепил, не подцепил, а загрузил. Загрузил. Приехал на речку. Такая вот у нас речушка без названия. Ну как без названия? Алексей Юрьевич, что ты, о чем ты говоришь? Это река как шага или большая как шага? Что-то я уж не помню. Просто как шага, наверное. Я-то все мечтал выбраться по высокой воде. У нас разлив же был здесь. Разливается вода. Вот здесь вообще, ну видите, все грязь. Здесь, короче, вообще все в воде затапливает постоянно. Думаю, я спущусь и как бы спокойненько обкатаю моторчик на большой воде. Поплаваю, так сказать. Я же не моряк, я пограничник. Знаете, я могу и поплавать. Друзья мои, да. Но по большой воде не получилось. Но она как бы и так большая, высокая вода, скажем так. Но недостаточно. Ну, не разлив, не разлив, скажем так. Вот. Сейчас что мы делаем? Спускаемся на воду. Спускаемся на воду. Запускаем моторчик. Все это я вам покажу. И будем, короче, буду я обкатывать мотор. Сегодня часика 4-5 надо покататься, мотор обкатать. Ох, друзья, на голову камеру одел. Так, дайте-ка наоборот, вот сюда вот приплывем. Приплывем, короче, в этот, как он называется, в такую бухту, друзья. Понесло меня уже течением, а я еще не успел мотор подцепить. Беда, оказия. Сейчас припаркуемся, ребята. Взял с собой на всякий случай спиннинг. На всякий раз, да? Чтобы это... А вдруг повезет, друзья мои? Так. Колпак у меня закреплен. Набрязгал в лодке. Ё-моё, блин, грязно. Так, это дело мы затягиваем. Так, это дело мы вот так вот... прикрепляем. Это дело мы вот так вот тоже прикрепляем. Бак, о, весь в грязи. В говне и паутине. Ха-ха-ха. Так вот. Хоп. Бак полный. Бак полный. Еще взял с собой канистру. На всякий раз, думаю. Ну ладно. Так. Накачаем воздух. Воздуху, говорю. Как на КамАЗе воздух качаем, да? Так. Ложим это все хозяйство. Малые обороты. ЧК, друзья мои, ЧК. ЧК КПСС, или как там говорилось. Ну что, ух, ё-моё, на, нас опять прёт, короче, меня. Прямо на коряги. Ох, на корягах-то, наверное, это. Ё-моё, блин, мотором бы не вхерачиться в корягу-то в какую-нибудь. Новым-то. Смотри, какое течение. Поперло нас куда-то. Ладно. Не знаю. Блин, течение, конечно, сильное. Надо зайти в какую-то бухту, опять же. Вот сюда вот. Короче, троллинговать можно, ребята, без мотора. Нифига не получится. Смотрите, как прет. Нифига себе, да? И воронки, смотрите, какие вьются. Ну, вот здесь вот, по-моему, поменьше течение. Там отмель была. Мелководье. Ладно, давайте. Ох, запустимся, попробуем, да? Так, накачали. Что такое? Мало накачал, что ли? Нет, вроде до конца. Фиг знает. Ну вот, еще и не забудется. Новенький-то мотор. Новенький-то мотор, друзья, еще и не заводится. Стрелкой все правильно подсоединил. Ну и что такое?
Ну вот. Ох, ребята, надо было дома завести опять его по новой. Ну и что тут? Может, газу надо дать? Вот это облом. Короче, пересос, наверное, был. Так, вон, смотрите, все бежит. Я вообще не знаю, видно, не видно вам было. Пошли, короче, пятна по воде. Пятна на воде. Так. Все, прогреваем, короче, его. Струя бежит, струя как у муравья. Так, закрыли, чтобы колпак не слетел, надо проверить. Так, ну что, ребята. Такая вот у нас, такая вот видон, такая видон. Так, надо это пододвинуть, это все сдвинуть. Там мы, короче, потом все попробуем с вами. Так, это что у нас? Надо куда-то прикрепить, да? Куда прикрепить, фиг знает. Прикрепим к штанине куда-нибудь. Так, друзья, сейчас у нас какие планы? Планы следующие. Мотор будем обкатывать в таком порядке. Сейчас он на малых оборотах у меня поработает. И потом, что там на обод? На третьей части покататься часика два. Третью часть. Подожди, сейчас отвечу и включусь. Рома сейчас звонил, друган мой старинный. Рома, привет тебе огромный. Я слышу, кто-то проехал, бибикнул. По трассе у меня. Трасса-то вон недалеко. Вон, видите, фура идет тоже. Он звонит. Че, говорит, ты слышал, я тебе бибикнул? Я говорю, слышал. Че, говорит, клюет? Я говорю, я еще ничего не закидывал. Посмеялись. Так, ладно, че, все, обкатываем. Пару часиков сейчас надо будет на... Как сказать-то? На каком-нибудь таком режиме, на щадящем покататься. Пробуем, включаем заднюю передачу. Все делается впервые, друзья. О! Так, на задней едет. Это уже хорошо. Вообще развернуло круто. Ну что, пробуем против течения. Ох, надо весла закрепить. Да, на таком моторе, друзья, я вообще первый раз в жизни на таком, на мощном еду, на мощном. Поднимает как лодку-то. Спорт режим, друзья. Надо будет, наверное, еще регулировать. Ну, сейчас пока не будем шибко гонять. На глистер не будем выходить, да? Попробуем, покатаемся пару часиков вот в таком режиме, в щадящем, да? Ну и на передней, и на задней передаче. Давайте, я сейчас покатаюсь, друзья, а потом включусь. Так, друзья, вот здесь у нас называется остров. Раньше вот здесь, вот когда в разлив, вот здесь яма такая здоровенная, глубоченная, да? А вот здесь вот этот вот, вот здесь вот проток есть, и вот там проток есть. И вот это вот место так затапливает, и здесь остров. Это мы находимся в Кировской области, деревня Пелеснур, это моя родина. Ребята, сейчас, короче, первый раз я вышел на глистер, я так понимаю. Лодка шла кверху, ну, перед кверху шел. И потом, короче, раз отпустился и так ровно побежала. Блин, вообще классно. Так, скорости включаются без хруста. Даже, я, короче, даже газу не давал полностью. И выскочил, блин, ну я так думаю. Я не знаю, правда. Я думаю, что это глистер есть и называется. Видите,
я газу много, все равно не даю. Не полные обороты. Такая, короче. Ну а сейчас что-то нет, не выходит. Ну там-то вообще так классно было, блин. Во-во-во-во-во, смотрите, отпускается. Хо-хо, вообще класс. Ё-моё, блин. Так, смотрите, так зачетненько, да? Блин, классно, друзья, классно. Вообще супер. Речка такая у нас, хоть и небольшая, но она есть. О, блин, спиннинг сдувать начал. Нифига себе, тормоза-то какие. Смотрите, что. Хоп, сразу же по тормозам. Так, спиннинг на. Я спиннинг-то с собой взял. Но на всякий случай думаю, а вдруг? А вдруг, думаю, удастся порыбалить. Лодка у меня 3.20. Для такого-то мотора, конечно, она слабовата, маловато. Надо бы 3.60 бы, наверное, или 3.40 ей. Этому мотору. Знаете что, еще, наверное, надо регулировать этот. Сам мотор. Нифига, ему даже вот, понимаете, вот в таком-то режиме ему даже легче ехать-то. Нифига, как закачало. По своим же волнам херачим. Ну, классно, классно, друзья. И моторчику-то легче, правда, когда на глист-то выходит. Блин, вообще супер. Вот здесь тоже отмель. Нифига себе, он тормозит. Камеру перевернул вперед, вот так лучше будет видно. Водоизмещение, это тяжело идти. Наверное, надо бы поддать, наверное, лучше. О! Ребята, тут у нас, смотри, какой поворот. Вон как. Ё-моё, блин. Конечно, таких скоростей я и не видывал на этой, на лодке-то. С тем-то мотором. Короче, в 5 секунд на глист выходит, короче, если чуть поддать побольше оборота. Ну, тормоза, конечно, хорошие, ребята, я вам скажу. Так, пусть отдохнет немножко. Вода мутненькая, но чистая. Ну, как сказать, ничего не плавает в ней. Вся трава уже со льдом убежала, ушла. Здесь вот тоже яма такая глубоконькая. Раньше вот здесь вот с правой стороны вот этот плотик вот, ну я не знаю, уж наверное потом переделывали его. А я вот раньше мы вот там вот жили, вот там вот дом виднеется. Вот здесь вот большие деревья, ветлы росли, и тарзанка была. Ох, мы поныряли же на ней ребенками, когда были.
Так, знаете что надо сделать? Надо включить, наверное, заднюю передачу. Так, на нейтраль. Ух, задняя с хрустом включена. Наверное, великоваты обороты. Заднюю передачу для чего включить надо? Для того, чтобы шестеренка поработала. Ну, там что, вал, шестерня. При обкатке надо, чтобы все работало. Эй, ну круто, да? О, голова закружится, друзья мои, у вас. Что-то где-то что-то задевает. Да, великоваты обороты. Но я... Нет, передняя нормально включается. Так, что там у нас? Контролька бежит? Контролька, слава богу, бежит. Ну, погнали, еще раз прокачу вас. Кто поверит, я и сам не верю, то ли на счастье, то ли на беду. У меня 7 пятниц на неделе и 30 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан. В общем, я счастливый, вот и все. За ними просто небеса, а пока все небо только в звездах, не во сне, причем, а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто, я счастливый тем, что я живу. Классно, друзья, да? Круто вообще, блин. Вообще класс. Ты сейчас на малых оборотах поработал. Отдохнет чуть-чуть. Он удочек напугал. Смотрите, две реки. Вот это, наверное, у нас на Урму идет речка. А вот это, наверное, у нас в Турусиново. Круто. Не поплывем уж по таким маленьким речкам, да, друзья? Счастливые грезы, день за днем.
летели те годы. Я смотрел на звезды, летал в облаках. В детстве казалось, смеется луна. Смеется луна. Годы прошли, словно длинный сон. Ребята, вот два часика покатался уже. Короче, уже можно, ох, можно уже, короче, на выше средних оборотах идти. Покидал я спиннинг, ни хера ничего не клюет. В реке рыбы вообще нет. И вон какой воблер, смотрите, зацепил.
кислотный такой, да, или как он называется, я не знаю. Это, короче, это рудра какая-то. Какая-то рудра. Шумную рудру кидал. Нихера. Попробовал проплыть немножечко с этим, с воблером. Тоже у меня есть он один воблеро, а два воблера. Это, с одним попробовал проплыть. Зацепляется он за дно. Фигня какая-то. Короче, не получилось ничего. Замерз как бобик. О, ребята, обкатка это вообще. Ну как обкатка? Вот смотрите, опять же, друзья. Вот обкатка, обкатка двигателя, да? Придумали лодочный мотор, надо обкатывать. А почему пилы не обкатываем? Пилы вот, ну я не знаю, может кто-то их, конечно, и обкатывает. Но я вот сколь знаю, по себе знаю. Вот у меня хусварная пила. Ну, хусварная. Она у меня потарахтела, наверное, минут 20. Я пошел лесовоз дров пилить. По сей день работает. Когда я ее покупал? Давным-давно. Ну, здесь как бы надо... Мотор, он стоит не 15 тысяч, да? Как... Так я хусварную тогда покупал. Тоже она стоила вот 14 тысяч. А когда тогда вообще капец. Когда же я купил-то ее? Году в 12-м, наверное, или в 13-м. Не помню. Вот. Моторчик как бы тоже дорогой. Будем его обкатывать как положено. Обкатаем, а потом... А потом дадим, короче. Ну, я поддавал газу-то до упора-то. А сейчас, ну... Что-то я не ощутил как бы большой разницы. Он верещать верещит, а вести не везет. Надо попробовать его еще порегулировать в это... Угол наклона. Угол опережения зажигания. Ладно, пью я чаек. Моторчик отдыхает. И помчусь я дальше кататься. Еще мне 2 часа надо покататься на выше-средних оборотах, друзья мои. Разбитый телевизор. Ты склад...
мглы, и жизнь твоя сплошная, проклятый компромисс, ни вверх, ни вниз. Речки сходятся. Хотел туда проплыть, в сторону Урмы. Думаю, да нафиг мне это надо. Че, мало что ли речек-то? Такое течение здесь. Крутит меня, вертит, короче, такие воронки. Че, решил я еще, короче, испить чайку. Чуть-чуть. Так. Сколько катаемся тоже. Короче, попробовал я, давал чуть, так, времени три часа. То я уже 2 часа, короче, опять, по-моему, то ли час, то ли два уже катаюсь на там, на чуть выше средних оборотах. О, так, ну моторчик подрегулировал, что сделал? Там регулировка, вот эта штырь, да, наклон, куда чего наклоняется мотор, да. Короче, сделал, вообще его отпустил в самый низ. Блин, вообще стало классно. Он, короче, махом, короче, щух, выпрыгивает на глиз и погнал. Но брызги летят, друзья, тут вообще все сырое. Мотор, он до сих пор весь сырой. Я не знаю, так и надо, что ли, что-то я не догоняю. Поставил, вот сейчас выбрал, короче, положение. Он, смотрите, видите, как меня крутит? Крутит, вертит. Это, поставил на, ну, выбрал положение. Вроде как бы получше стало, чем изначально было. На заводских-то регулировках. Но опять же, да ненормально. И на глиз выходит хорошо. Насчет управляемости лодки я вообще поражен просто. Поражен. Она вообще управляется круто. Не знаю, друзья, сейчас удержится, не удержится у меня этот. Телефон. Тут, короче, спидометр включил. Давайте по течению прогоним. Против них. Thank you.
32 километра в час. Куда еще-то? Ё-моё. Это 9,8 прет. Что ли, шаг? Нормально. Нормалды, друзья мои. Ха-ха-ха. Меня устраивает. Так, друзья, ну что? На дворе у нас времени 5 часов. Это что, я выехал примерно где-то в 10:30, наверное, может быть, в 11. 5-6 часов я провел, короче, на воде. Пообкатал моторчик немножко. Видели, с какой скоростью проехал. Блин, вот знаете, что еще? Поначалу, когда вот только вот на воду спустился, ну знаете как, да, охота же ебануть, да. Как-то, знаете, вот на средних оборотах, ну, ниже средних идет он, выходит на глиссер и идет так уверенно, да, я как бы это, так на водоизмещенном режиме не ездил, вот, и как бы идет так уверенно, да, газу прибавляешь где-то 2/3, ну, разгоняться, а когда полный газ даешь, он только верещит и толку никакого. А вот уже сейчас под конец, блин, оказывается, есть толк-то. И нифига себе, в одну харю он меня везет 32 километра в час. Это, ребята, круто. У нас трактора, не каждый трактор так быстро ездит, ёк-макарёк. О, телефончик, сейчас отвечу и включусь. Так, на чем остановился-то? Запись-то идет. Короче, ладно, не помню, на чем остановился, фиг с ним. Ребят, мне понравилось. Бляха, вот ощущения, как вот в молодости на моцике, короче, гонял. Вот такие же ощущения. Блин, классно. Все, короче, сворачиваюсь я. Бак, бензина спалил пол бачка. Это, короче, 12 литров. Я полный бак заливал. По-моему, 12. Короче, вот пол бачка я спалил. Ну, может, литров 15 туда входит под завязку, да? Это же за 6 часов, короче... Я спалил полбака. Я думал, больше спалю. Я еще с собой целую канистру, короче, десяточку это взял. А нет, как бы нормально. Нормально пойдет. Классно, классно. Но брызг очень много. Ух, волосы назад. Может, это из-за колес. Хер знает, не знаю я. Так, еще на передаче заглушил-то, понимаете, что? Нормальды. Так, все. Поменяю я масло в редукторе, пошприцую его, и, ну, будет возможность. Короче, самый первый солнечный денек, я пацанов вытащу на речку. Ха-ха! Покатаемся с пацанами. Ну, выходной день, конечно, соответственно. А так все. Давайте, друзья, обкатку провели, провел, прошел. Моторчик обкатал, моторчик запускается с первого раза. Все меня, в принципе, то устраивает. Класс. Очень круто. Все, всем счастливого пути, всем удачи на дороге, ни хвоста, ни чешуи.